Ну и Монза по-прежнему является одним из основных претендентов на поездку в Киев. Mousesports после этого матча, собственно, как вы видите на ваших экранах, зарабатывают 24 очка, 8 побед, 5 поражений у них и 2 матча впереди у Маус. Если они оба этих матча выиграют, они попадают на LAN-финалы. Quantic, вы видите, тоже, в принципе, 2 матча, если последний свой матч выиграют, у них все хорошо, но есть еще Кайпи, которые могут выиграть 3 игры, и у них будет тоже 30 очков, так же, как и у Маус, так же, как и у Quantic. И тогда между этими тремя командами будет интересная ситуация. А интересная она в том, что и Кайпи, и Маус у Квантиков выиграли. Вот так вот. Кайпи против TCM. Очень многое решится опять-таки в этой игре. Если выиграют TCM, то в принципе у нас уже практически станет известна четверка команд, которые приедут в Киев. Практически, сказал я опять-таки. Смотрим. Через 10 минут эта игра Кайпи TCM. Никуда не уходите. Рекламная пауза. 6-й сезон легендарной серии Star Ladder TV. 16 сильнейших команд Европы, 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри Star Ladder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный Star Ladder худ в подарок. Билет уже в продаже. Как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все. Sunday was a bright day, yesterday.
Шестой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder худ в подарок. Билет уже в продаже. Ну что, в шестой раз за сегодняшний день говорю вам о доброго времени суток. Это шестая игра 25-го игрового дня 6-го сезона Star серии от StarLadder TV. Кайпи, TCM Gaming, ну и, конечно же, как всегда, как в начале абсолютно каждого матча, напоминаю вам турнирную таблицу. Мы видим, что Кайпи идут вместе с 6-м, 7 побед, 5 поражений, отстают на одну победу от команды Маус, и им нужно выигрывать все оставшиеся матчи. Это, конечно, обязательно. Их соперники из команды TCM идут 11-е, 5 побед, 7 поражений, 15 очков, так же, как у Fnatic Empire, в принципе, вряд ли уже светит вылет, и точно так же вряд ли уже светит, не вряд ли уже, точно не светит попадание на LAN-финалы. По сути, команда сезон доигрывает. Но если проиграет все три матча, например, и два матча выиграет команды, которые идут немного ниже, то TCM, в принципе, могут наткнуться на Red in the Dark в переходящих матчах. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Ну что же, Бейн Визаж от Кайпи. Мы видим, что Герокоптер и Дарксир от команды TCM Gaming. Ну и Пака забирает Кайпи. Третьим пиком мы видим, что в бане Виз, в бане Бэтрайдер, там же Джакиру и Шэдоу Демон. Медведь, Найкс, Клокверк и Никс в банах от TCM. Ну и ждем, что будет дальше. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Идет обсуждение везде о том, что Na'Vi очень хорошую форму набрали.
перед DreamHack'ом, в принципе, да, абсолютно я с вами согласен. Очень хорошо, сейчас Na'Vi идут, и вот на DreamHack'е будет довольно весело. Rubik. Dire team ban. Ну и антимаг для Internal Envy в ответ, пока мы видим Герокоптер, Queen of Pain, в принципе, дефолтное противостояние. Radiant team ban. Ну что ж, последний бан после Тренд Протектора. Что забанят TCM? I speak for the trees. Ну и Фурион. Последним пиком заезжает Фурион. И ждем, чем ответят TCM. Что? Тсм гаминг. Last pick. Гиро есть, Квапа есть, Рубик есть. Или лесной, или на триплу. Но 11 секунд у TCM. Что же это будет? Нагас, Айрен от команды TCM Gaming. Это очень интересно, потому что я сейчас не совсем понимаю, что происходит. Неужели Хавайо? Да! У нас будет суппорт Герокоптера. Адзе тоже играет на суппорте, конечно. Рубик Верн в миде на Квапе. Блюбери Ниджи на Дарксире должен играть. Насколько я понимаю. И Last Пили и Дай на Бенни, КВМ, Визаж. Опять-таки Синг-Синг играет на Паке. Eternal Envy играет на Антимаге. И Гартер играет на Nature's Prophet. Вот так вот. Five seconds remaining. Па-па-ра-па-пам. Кстати, у нас тут что? У нас тут ничего не происходит.
И прямо сейчас стартанет игра. Ну что, напомним вам, что сегодня уже, в принципе, играли. Мы видели, собственно, в Кайпи. Игру против Нави не совсем хорошо. У Кайпи, скажем так, она получилась. Тисема мы сегодня не видели. Это первая игра для них. Ну и опять-таки напомню, что игра, конечно, намного важнее команде Кайпи, чем Тисема. Так что есть за что им бороться просто. А Тисема, наверное, не за что бороться. Потом напомню, RockSkiz, Fnatic нас ждет, Рубилова и TCM Na'Vi. Вот такие два матча мы еще с вами посмотрим. Ну и EG Альянс играет у нас по-прежнему на D2L. А нет, 2-0 выиграли уже Альянс, и EG Smouse будет играть еще на D2L. FURFC Quantic, это я так понимаю, на дефенсе. Там, да, там нужно выигрывать, кстати, команде Квантик очень серьезно сегодня, чтобы не вылететь с дефенса там. Ой-ой-ой, как интересно будет. Причем просто борода, как интересно. Ну что, разбежались все по своим линиям. Ничего у нас не происходит на первых минутах игры, скажем так. Никакой сверхзарубы не получилось. Ну и Гартер. Гартер пойдет на профите в сложную. В миде у нас будет Синг-Синг. Internal Envy на антимаге, Камбу Зми, который всегда отлично играет на визаже, сейчас будет пытаться еще раз показать, насколько он хорошо на нем играет. Ну и Пилидай на Бейне. Пилидай. Ну, Верни нас идет в мид на Аквапед, в лесу будет начинать, собственно, Блюбри Нинджа, здесь же мы видим Хавайо на Гирокоптере. Ну и Адзе будет суппортить товарищу Go Audio, который в легкой нагой будет всех побеждать. По крайней мере, должен всех побеждать, скажем так. А вот будет или нет, это уже вопрос не ко мне, скажем так. Может быть, в принципе, и будет. Вообще, Нага отличный герой. Мы сегодня уже разговаривали о том, что, собственно, понемножечку и по чуть-чуть возвращается у нас Нага в пике, причем возвращается в довольно активные пики. Что-то я сейчас не понял, что произошло. Ну ладно. Уже все хорошо. Ну и Нага-то герой просто очень крутой. Поэтому стоит ждать того, что она устаканится в основных пиках и к International. Все чаще и чаще мы будем видеть пик этого чудесного героя. Так же, как это было и на International втором. Come with me. На визаже пока начинает в лесу. Мы видим, отлично знает он, как, что, куда и когда пулить. Прекрасно у него это получается. Ну, Internal Envy 8-1. И рядом тут же и Гартер. Гартер 8-0, крипстат. Пайлайдай 1-0. Пытается он тут помогать, собственно. Синг-Сингу стоит против Верни. И так Верню не весело, потому что у него... ему стоять против Синг-Синга, так еще у тебя 30 дэмэдж, это вообще борода. Один крип всего убит. Синг-Синг 10-7, но это просто вынос. Вот, пожалуйста, как за счет одного героя можно абсолютно поменять все. Приглашал я эту игру покомментировать со мной Дреда, но Дред пишет, извините, Виталий, тренировки. Хотел я, собственно, с Дредом пообщаться на тему предстоящего группового этапа EMS, где они защищают, напомню, серебро прошлого сезона, насчет, собственно, их сегодняшнего матча с Фнатиками, насчет того, что я на них 50 условных единиц поставил на коэффициент 2.6. Я просто не смог удержать себя перед этим коэффициентом, просто-напросто он просто поразил меня. Я понял, что вот они, 83 халявных доллара, вот они. Go Audio, Boots of Speed, Stout Shield, Тангусик, мы видим 14-7, у него крипстат, ну, отстает он от антимага, конечно, у Пака просто вообще фантастика какая-то, Синг-Синг 16-14, Синг-Синг, конечно, отыгрывает пока миф, без вариантов, классно. Верни одного крипа убил, одного крипа, ребят, третья минута игры, одного крипа убивает у нас квапа в миде. Что-то еще можно сказать. Второй левел. Тут уже четвертый с половиной у Синг-Синга.